магнитные пропуска. На каждый день. Угу. Все проходите к лифту номер 2 на подъем. Все, кто без экскурсии, самостоятельно маршрут «Панорама Москвы». 58 секунд. Обратите внимание на экран, который находится над дверью. В режиме реального времени вы можете увидеть башню изнутри. По обе стороны от экрана идет стремительный отсчет высоты в метрах. На противоположной стене изображена схема с голубым ребенком. Она позволяет отслеживать, в какой части башни мы находимся. Останкинская телебашня – это лучшее место, чтобы увидеть Москву от края до края. Добро пожаловать в небо! Dear guests, we are happy to welcome you at the highest building in Europe. Elevator speed is 7 meters per second. Time of the journey is 58 seconds. Please pay your attention to the screen above the door. You can see the tower on the inside in real-time mode. On each side of the screen, you can see high-speed high-speed. On the opposite wall, there is the ship's view indicator, which lets you watch the place of our current location. Останкино TV Tower is the best place to see Moscow from edge to edge. Welcome to Sky. На Милан смотрю. Тебе это нравится? Давай, дочь, как надо зайти? Давай, давай, не бойся, заходи. Ну что, страшно? Здесь столько защиты. А еще прикольно бывает сделано, прям хрустит. Вон, Димончик, иди сюда. Он под ноги, посмотри. Иди сюда, Дима. Ну давай, я тебя снимаю. Там еще наверх есть. Здесь смотреть не буду. Потому что страшно здесь Потихонечку крути суточный тайм-лапс.
сами. Все желающие спуститься на первый этаж приглашаются к лифту номер один. Dear guests, everybody who wants to go down to the ground floor, please come to the elevator number one. Пошли, бери куртку. Бери, бери. Пошли. Пошли вниз, Нёч. Под ноги лучше, смотри. Мы идем вниз с Асангельской телемашиной. Шутка. Все. Вкусняшка. Ну вот мы поднялись еще на самый верх. Здесь уже открытая зона. Ветер, кстати, не сильный. Я думаю, что будет очень-очень холодно. Дождь, не сильный ветер-то, нет? Прекрасно.